Спортивных мероприятий много не бывает, решили в молодежном центре совместно с организацией «Движение первых» и запустили большой проект «Спортивная семейная команда». Первым его мероприятием стали «Веселые старты». 5 команд, состоящих из братьев и сестер, сразились за звание самых ловких, быстрых и метких. Команда Кирилла и Ромы называется «Спортивная семейка». Не случайно. По инициативе мамы мальчишки участвуют во многих городских спортивных мероприятиях. Участвуем мы не ради победы, всегда это ради участия, ради обстановки, атмосферы. Вот. У нас подрастает еще один ребенок маленький, я думаю, что он тоже потом присоединится к мальчишкам, и будет команда больше. Попасть в цель, пробежать дистанцию с гигантским мячом, сыграть в башню и даже найти как можно больше слов на панно из букв. Задания для команд подобрали разнообразные. Испытания проверяли не только физическую силу, но и смекалку. Порядок прохождения этапов определяли путевые листы. За каждое задание ребята получали баллы. В командах по 2 человека. В отличие от классических веселых стартов, в этих соревнованиях могли участвовать абсолютно любые родственники. Это могут быть не обязательно папа, мама, но это могут быть братья, сестры, ну, любые родственники, для того, чтобы как-то сплотить семью, дать им возможность позаниматься совместно спортом, проявить себя там в ловкости, в быстроте, ну и вообще в спортивных каких-то навыках. Проект «Спортивная семейная команда» приурочен к столетию Министерства спорта. Мероприятия в его рамках пройдут на дворовых площадках города, а также на стадионе ИКАР. Лидия Шулаева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».